Тут будут офигенные съемки для ТикТока и Инстаграма, и для Ютуба. Тут обещали, что вообще никого не будет. Ух, ебать, у кого здесь месики были? Мистер Секс! Ёбаный в рот! Здесь до сих пор какие-то психи обитают. Тихо, там, надеюсь, никого не будет? Ебать, тут темно. Что здесь вообще творится? Господи, я аж обоссался. Блять! Бэтмен страстный фанат, давай обниматься! Пошел нахуй, ты не в моем вкусе! Так интересно, и кто же там? Кто же там прячется? Любитель гачи-мучи спрятался. Да ладно, чувак, чё ты? Не переживай. На, закройся. Просто закройся, сиди в темноте. Покайфуй. А то не палит. Так. Можно, конечно, попробовать туда попасть, но мы туда не попадем, мы сюда пойдем. Потому что я знаю, где чё. Кто-то что-то кидает сюда специально, может быть, чтобы напугать. И тут еще будет этот псих. Этот здоровый псих, который будет делать все, лишь бы чтобы мы упали, пропали, сгнили. Он нас просто убьет. Просто за нихер делать. Но из-за того, что мы первый раз не сдохли, он будет пытаться второй, третий. Мы же убегаем постоянно. Конечно, он с ума сойдет от злости. Я бы тоже с ума сошел бы от злости. Так, надо попасть сюда. Нам нужно забраться на лестницу. Но еще не совсем близко. Ты где ты? Мне же интересно убегать, когда ты ходишь за мной. Вот он. Все. Сейчас он закроет за нами дверь, да? Не закрывай дверь, козел. Ой-ой-ой-ой. Братан, не смей меня трогать. Ты, блядь. Отойди, я не хочу. А, он так не за мной, он просто сюда бежал. Он просто бежал, сам хотел выбраться. Ну так бы и сказал, что меня тут пиздить-то за это. Я-то вообще здесь ни при чем. Я просто хожу как дурачком. Нихера себе. Чувак, можно за тобой побежать? Все, и он пропал. Я впервые в жизни попробовал пройти между стенами и одновременно перезаряжать батарейку. Еще тут сборище трупов, ну ладно. Мужское отделение. А вот тут сегодня мы встретим того самого Трагера. Трагер. Триггер. Тут нет батареек, ладно. Наверх мы не сможем выбраться. Да давай я тебя открою, хули ты ломишься? Ну чё, кто здесь? Никого.
Выживший охранник. Может быть, его мы спасем, и все будет хорошо? Но тут-то было. Они ведь за мной следят, все эти люди. Они специально ждут меня, что я попытаюсь охранника освободить. Закрываем двери, чтобы, не дай бог, нас никто не чпокнул. Открываем двери здесь, и там тоже надо их закрыть. Ой-ой-ой. Куда вы пошли, извращенцы? Что вы сделаете? Ничего вы не сделаете. Я до недавнего времени хотел кушать, что-то сейчас уже не хочу. Очень уж аппетитные органы здесь валяются. Очень-очень аппетитные. Бля, там какой-то страшный чел ходит. Такого не было нигде вообще. Это только здесь он бегает такой. Красавчик. Ах ты, сколько поганец. Тебе не спрятаться. Хочу деньги. Но не ради денег сражаются, в принципе, это не психи, это просто люди, которые... Кто это у нас? Ты ведь не один из них, да? Быстро, залезай в подъемник, если хочешь жить. Он уходит. Ты меня уже тут пиздит, он только открывает. Ну ладно. О, здорово. Выбор, дружище. И все равно он меня расхерачил. Эй. А ты же парень того долбанного священника. Его свидетель, или как он тебя называет? Видать, устал. А давай-ка отдохнем, дружище. Пропустим по бокалу мартини, потолкуем. Бла-бла, бла-бла. А ты тяжелее, чем кажешься. Небольшой разряд тебя не убьет. Ладно, вот так, чтобы руками и ногами не размахивал. Один в один, как дурки. Тебе, то есть, все доктора изначально относятся как к больному, вообще ненормальному, вообще не человеку. И все бы, что ты не говорил, не делал, все будет восприниматься, блять, вот я не знаю, как будто я как будто ты вообще какое-то другое существо просто. Или максимум ребенок. Обожаю горный воздух по ночам. Не хочешь выбраться наружу? Прогуляться? Вперед, я подожду. Выпусти. Давай, можешь бежать. Так выпусти меня. Выпусти. Ну ладно. Суровый как кремень, мне это нравится. Хорошо. Вот я сюда. Хотел выбраться. Я хотел выбраться, почему? Слушай, у тебя пердак ничего так. Можешь отвернуться так, чтобы я не видел твоего зада. Передом повернись ко мне. У тебя там кровь? Так, вот сюда мы будем выбегать и подниматься наверх. Прятаться можем здесь. Главное, не трогайте психов. Что они сразу привлекают внимание. Тебе этот язык все равно ни к чему был. Истину говоришь. Мне как раз надоело лизать наклейки. Доктор-убийца, а? Вот мы и пришли.
Спасибо, что заглянул. Сейчас мы приступим к консультации. Да и я только вымою руки. И мы сразу... О, прям как в кино. А пока просто поговорим. Какой же ты страшный, отвратительный человек. Мне такое ощущение, что это... Знаешь, российская меня больница. Немного волнует, что ты так много времени проводишь с отцом Мартином. Надеюсь, он не одурачил тебя всеми этими библейскими штучками, мол, он праведнее Бога. И я никого не хочу оскорблять, но порой он смахивает на психа. Это понятно. Люди напуганы, тянутся к Богу, как и к другим путям спасения. Увы, Бог умер с появлением золотого стандарта. Теперь мы верим в нечто более конкретное. Хочешь заплатить Питеру, ограбь поле. Иначе никак. Убийство – самое простое решение. Ну а что, если все деньги вдруг исчезнут? Они становятся новым объектом веры. Вот для этого я тебя сюда и привел. Чтобы ты... поверил. Ты следишь за моей мыслью? Сволочь, а? Еще и пальцем не отрезает. Еще требует, чтобы тебе я его понимал. Охереть. Когда пошел в бесплатную клинику. Так ведь лучше, да? Понял, чего мы добились? Наркоз поебал. Превратили потребителя в средство производства. Эта идея сама себя будет продавать. Сволочь такая, зачем я пошел в больницу? Господи, и без пальчиков остался. Симпатичненько. Только просто... вот так вот без пальцев в реальности ты как бы не сможешь нормально сжимать руки, потому что это пиздец, как потом неудобно. Там же все мышцы связаны. Кстати, самое интересное, что пальцев ты здесь потом не увидишь. Их можно увидеть потом в другом месте, вообще в чашечке там где-то, где все пальцы. Кто там? Есть там кто? Подойди. Это он нам. Я не пациент. Я администратор. Как он? Как Трагер. Но его лечили. Он слишком жив. Его сны переполнены кошмарами Верники. Лекарство слишком уж подействовало. Они не удержали его под контролем. И ты не сможешь. Никто. Никто. Никто! Он найдет тебя и убьет. Он уже идет сюда. Трагер! Трагер! Я понимаю, в чем дело. Вам скучно. Хочется немного внимания. Это вполне объяснимо. Именно поэтому я здесь, чтобы дать вам особое внимание. Вот и все лечение. Вот и местный наркоз, как говорится. Чёрт! Чёрт, что, правда? Решил наехать на меня? Если есть кто-то в этом мире, кого я на дух не переношу, так это... Ай! Ладно. Ладно, ты можешь все исправить. Давай решим кое-какие проблемы. Какие, блядь, проблемы? Ты просто иди отсюда. Дай мне пройти спокойно. Или мы все-таки можем... просто побежать? Ну, по идее, мы должны бежать. Ну, как бежать? Мы должны идти. Стоп!
Вот, по идее, открыто, все, можем идти, но там нужны ключи. Можно, кстати, посмотреть, что с людьми произошло, которые находятся здесь. Тут есть батарейка. Но мы бы не узнали, что здесь есть батарейка, не заглянув сюда, после того, как он сбежал. Долбанный врач. Он без языка. Он, конечно, сбежал. Он просто перешел с одной в другую, я так понял. Все правильно. Бежим нахер отсюда, вы все. Тут тоже есть батарейка, да? Нет, здесь нет батарейки. Здесь нет ни батарейки, ни надежды. Невозможно, здесь ничего нет. Это все бюрократы с их корпоративными праздниками и золотыми парашютами. А где же вы? Он меня увидел. Все, пиздец. Стой, дружище. Я иду к тебе. Мы же попытаемся от него сбежать. Людей. Я уже близко. Ты меня ждешь? Эй, дружище, мы еще не за... Фу, прикинь, я просто пробежался, не стал прятаться очень быстро, и все, я ловко сбежал. Очень круто. Куда идти? Наверное, только сюда. Можно? Так. Он нас сейчас не видел. У нас есть отличный шанс просто смотаться.
Мы так тихонечко, тихонечко. Прям без проблем. Прям вообще аккуратно, прям вот спокойно, как будто бы никого нет, как мы в обычной нормальной больнице. Тыры-пыры-тыры-пыры, та-та-та-та-та-та, всё, идём. Всё. Я от тебя не отстану! Иди, иди отсюда, иди, давай, 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 уходи! Вот и все. И тут будет даже заметка. Как выжить сок из трагера? Шаг первый сжать. Получай, проклятый доктор. Хоть оружие мог бы оставить. Могли бы его использовать. Мы его использовать не будем, потому что мы же дебилы. Теперь можем наказать трагера по полной программе. В такой позе он вообще ничего не сможет делать. Ну ладно, мы не такие, наверное. Осталось найти священника. Вот дальше будет вообще тупо. Надо будет искать гребаного священника. Всю дорогу будем бегать и искать священника. Серьезно, а дальше куда идти? А, вот сюда. Да, да, вот, вот. Первая, блядь, это священник. Вот он. Ты здесь. Уже боялся, эти мерзкие маньяки испортят тебя, как остальных. Встретимся снаружи. Мы уже закрылись. Я сейчас тебе закрою. Или открою что-нибудь. Священник гребаный, а? О! Тут у нас кухня. И она сгорела, да. Надо было все спалить. Дотла. Мерков так много у нас отняли. Превратили нас в чудовищ. Ведь никому не было дела до горстки лунатиков. Так пусть полыхает. Горит вся эта чертова хрень. Вали. Если хочешь жить, можешь выйти через кухню. Пироманы. Любители поджигать. Тоже есть такая психическая, такое психическое заболевание, но... Оно не такое страшное, как просто маньяк, который бесконечно всех режет. Мне так кажется. А. Сейчас такая шутка в голове родилась без права. Очень херово, когда ты без пальцев. И без рук. Ладно. Шутка не удалась. Кто сейчас будет Крисок? Крисок, злой сосок. Все, давай. Закрываем дверь. Поворачиваем вентили. Это был первый вентиль. А если так попробовать? Ладно, попробуем сбежать от него. Так уж и быть. А тут он быстрый, слушай. Бежать некуда. Куда идти, серьезно? Вот тут... Проход, может, какой-то есть? Здесь нет смысла даже вот
Заходить было все, вот нет смысла. Ну ладно. Не хочешь ли вымыть свою грязную уточку? Вот животик, ручки, все трещинки, пока не найдете эту карточку. Я знаю, детки, у кого-то из вас она точно есть. Вот так, тише, тише. Мертвечину моют. Угу. Круто. Не жалуйтесь, нам нужно вымыть все подряд. Кто у нас тут такой чистенький? Кто чистенький? Да, 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 ты чистенький, ты. Какой кошмар. Так, я сейчас забыл, куда надо бежать. По-моему, в обратную сторону. Ой, господи, я так тебя боюсь. Ну, серьезно, какой ты наивный. Кто тебя боится вообще? Сейчас нас нападет пироман, потому что мы же здесь все это. Херня же тут занялись. Вот он стоит. Выжидает, сволочь такая. Ладно. Оп. А вот и наши пальчики. Те пальчики, которые мы потеряли. Ничего мы с ними уже сделать не сможем. И обратно они не вырастут. Сука, здесь идиотов. Тихо. Здесь его тут нету. Фу, слава богу, все, выбираемся, нахуй, не буду здесь ничего снимать, пошло все нахуй. Эй, красавчик! Ёбаный в хуй, блять, пиздец!